Сакрыца радиозы тричавная бела, что я тебя трахал к шарахине, и там студия чугусила на некой Милана Габлитка, хабрэн сорг, ну ладно, мат, вадырат редактор, сорма ашхаб. Сара Абдирас, а сейчас вот я пшите вас, хай старанца. Всемирный банк назвал риски для российской экономики. Об этом попробуем через секунду. Про главное. Того риска для российской экономики можно выделить пандемию. Об этом сказал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. Эта угроза давит на экономику нашей страны сильнее, чем в ряде других государств. Прежде всего, из-за сравнительно низких темпов вакцинации. Кроме того, Всемирный банк считает высоким риск всплеска инфляции в будущем году. Говорить о контроле за ростом цен сложно, несмотря на действия Центробанка, добавил Найт. Третий риск связан с возможным расширением международных санкций. По словам экономиста, вероятность введения новых санкций банк не оценивает. Но если это нет, то это наведет экономику России. При этом принять ограничения могут как и страны, так и кредитно-финансовые организации. Энергоперекос стран Запада на возобновляемые зеленые источники энергии также несет угрозу российской экономики, считает Найт. Как обратил внимание эксперт, переход рассматривается в долгосрочной перспективе, но темпы могут ускориться. Резко похолодало, от низовых температур воздуха до 15 градусов мороза. Ждается скоро мощь среды, продлится несколько дней, сообщил РИА Новости начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Люзецкая. Через территорию полуострова проходит холодный арктический фронтальный раздел. Далее выдается сильные осадки, дождь, переходящий в снег, усилится ветер. Риск похолодает 22-24 декабря. Это самый холодный день. Выходные на полуострове дождь. Потеплее до 0, даже чуть выше. В Москве на площадке цифрового делового пространства открылся крупный форум инноваций Франкфурта. Агентство инноваций столицы отобрало лучшее решение, чтобы презентовать их потенциальным заказчикам, которые работают в строительстве, торговле, спорте, социальной и других сферах. На форуме представят инновации на основе цифровых технологий. Они предназначены для распространения электромобильного транспорта, создания условий для городской аэромобильности и беспилотного транспорта, а также развития метромобильности и шеринговых сервисов. На площадке цифрового делового партнерства будет работать зона быстрых встреч. Там каждый участник сможет назначить встречу, обсудить сотрудничество с интересующей компанией. Стремно. Новый год для большинства россиян остается семейным праздником. 70% проведут длинные январские выходные с родными, показывают данные исследования Мозасовского Рамблер. 14% хотят использовать небольшой отпуск, чтобы побыть наедине с собой. 11% отдохнуть с одним человеком, 5% с друзьями. Встречать Новый год, результат 40%. Собираются в том же городе, где и живут. Почти каждый пятый уедет туда, где родился. Каждый десятый в путешествии. 7% еще не приняли решение. Про доллар. Официальный курс доллара сегодня становится 3 рубля 73 копейки. Про евро. Официальный курс евро 83 рубля 50 копеек. Про погоду. Кафе сейчас на России идет снег из-за гололедицы. Действует повышенный уровень погодной опасности. Утром столица облачно, осадки продолжатся. Временами метель на дорогах гололедится. В течение дня температура будет снижаться. К вечеру заморозит до 14-16 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Наталья Беляева, служба информации. Первое новогоднее радио.